Ну что, друзья, всем привет. Хочу рассказать, что ко мне приехали ребята с лагеря, короче, с Москвы приехал. Это лыжники, фристайлеры. Они у меня как на секции. Они со мной потренились в течение недели. Сегодня у нас последняя секция, и я им расписал 10 заданий, 5 в боуле, 5 в стриту. Кто первый, ну или большее количество, кто выполнил, тот у меня получает новые колеса. Мы с ними условились. И сейчас начнем, посмотрим, сколько будет ребят для начала участвовать. Распишем и будем смотреть, кто что может. Мы все это с ними уже отработали, по идее. Первое задание выполнил, это Гришаня. Всего 8 человек, и они уже начали справляться. 1-1 выполнено. Смотрим. Легко все? Да. Давай, смотрю. Супер, супер, все, считаем. Так, Валя. Четыре, один. Пока не убедимся, что здесь больше никто ничего не хочет делать. Я пить хочу. Сгоняй пока. Воды попей. У меня еще пятый. Сделал маки? Угу. Покажешь? Ты не смотрел. Так, Вик. Получилось? Да, давай, давай, доберем. Пока время есть, чтобы потом в пол уйти спокойно душой. Мимо. Тебе же надо выехать 180, проехаться и, ну, типа, и опять задом скатить. Назар, нет. То есть поставила точку и развернись так, чтобы глаза остались на ту же самую точку смотреть. Вот. Понятно? Вот так и поворачивайся. Много надо просто спросить, не дышать. Не, немного. Назар, написать тебе, что ты сделал? Вообще правду сделал. Ну хорошо, все, я верю тебе на слово. 5-1. То есть 5-е задание из первых. Так. Назар, переходи тогда к фейке. Надо отметить. Все, пока жди. 5 заданий у тебя сделано. Теперь тебе вон то надо. Что тебе надоело? Бутылочку играем, там попки. Так, назад. Словосик, вон там, с фейки. Где? Ну, второе задание, которое было. Задом заехать, 180 на подкат и 180 скат обратно. Да, и вот это... Ну, вот тебе, в стриту тебе осталось только оно. А что у него осталось? Вот ему только вон то осталось. То, что и все сейчас ехать. А, вот сейчас. Так, девчонки, фигачит. Ровнее, перенеси вес на одну ногу должно быть. Нормально, нормально. Чуть-чуть проскользи хотя бы. А то это вообще тогда беспредел будет. Давай получше хотя бы. Чуть-чуть хотя бы получше. А то вообще мухлевать начинаю. Давай посчитай, Вик. Так, ладно, девчонкам делаем поблажки. 5-1. Есть. Галочка – это те, кто сделали все. Пока их трое. Стараются, стараются ребята. Сделал? Точно? Да. Покажешь? Я посмотрю? Да. Давай. Марк – любитель попадать у нас. Тоже, видишь, он едет, он добавляет сам скорости. Тоже добавь чуть-чуть скорости во время езды, чтобы ускориться. Вот, скорость его. Попробуй как с подката, она тебя как трамплин выбросит, и ты просто крутанешься. А можно посчитать?
Будешь только уедь. Чего? Только уедь, не упади, хорошо? И все, бомж. Ну ты же не уехал, ты упал. А можно типа такое задание, например, вот, вот 360 тут в списке нет. Типа, если ты его сделаешь, то можно какое-нибудь сложное задание им заменить? Так получится? Не. А давай, чтобы, ну честно должно быть. Я же вижу, чтобы честно было, я Марка даже, вот, например, в счет не беру, что он участвует. Че, правда? Он не считается, да? Вы чисто между собой. Потому что он это сперва часть сделает. Все ваши задания. Чтобы честнее было, поэтому решил, что он не участвует. Супер. Так, ну что, Степа сделал два задания всего лишь. Две отказались вообще участвовать. Скорости побольше надо, сразу. Я не сделала еще. А, ну давай, давай. Так, у нас из всех, кто сделал все задания, раз, два, три, четыре, пять человек. Один только два. Ну и двое не хотят участвовать. Лентяи, в общем. А мы меняем позицию на бол. Да, шума от нас немало. Так, Лер, давайте спускайтесь тоже вниз. Да-да-да, кататься все равно будете. Отлынять мы не дадим. Ничего страшного. Тоже, тоже все катаются. Да, аккуратно. Давай, давай. Они будут, например, ты говоришь, мешаться, они будут только вот в этой части находиться. Туда, например, они никуда не поедут, не переживай. Я не буду. Я опять упаду, у меня на полку. Не, теперь я готов посмотреть, как вы заехали. Что думали, все так просто будет? Я сейчас буду смотреть теперь. Я же не видел. Так, мне тут все разложиться надо. Все мои записи, бумажки, документации. Так, ну что, первый есть? Я доехал. Отойди. Так, у нас получается Варя. Второй, рэп один. Да-да-да, я видел. Да. Нет, 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 сейчас я тебе все скажу. Сейчас скажу. Нет. Надо прям четко переехать. Так, Гриша, Степа. Игнат, вот. Игнат, второе, дробь. Пять. Я не смотрел, если честно. Так, Виктория, тоже молодец. Два, дробь. Пять. Ой, блин, дробь один. Что-то я туплю. Да-да-да. Так, второе у нас задание – это передом заехать и задом заехать. Как мы с вами, вот я же как и говорю, то, что мы это все с вами отрабатывали. Чтобы не заехали. Так, Варя первая. За малым, за малым, за малым. Давай, давай, не переживай, все получится. Так, ну тут, как я и говорил, да, то, что у нас в стриту первые были, сейчас последние. Ну, типа, я была последней, я осталась последней. Почему? Вас сейчас трое, кто первое выполнил. Ноги не надо раздвигать. Пробуй, твоя задача чисто вжаться. Красиво, хорошо. Именно. Ну или в стриту, как здесь. Так. Чу-чу-чу-чу-чу. Блин, я что-то не так пишу, да? Вот здесь двойка, здесь двойка, здесь двойка. Один, один, один.
Так, и получается Варя сделала 2, дробь 2. Вика тоже. Вот это похоже. Так, Вика. Вика. 2, дробь 2. И 2, дробь 2. Так, следующим у нас идет это... Нет. В общем... Узнаете сейчас, смотри. Смотри, задача третьего это... Вот где мы встаем, вот там вот на угол. Вот, Марк, да, вот чуть-чуть правее, правее, Марк, правее, 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 правее. Вот, съезжаешь по чаше разворот и в ту же точку вернуться должен. То есть вот тут и обратно сюда же заедь. Понял? Давай. Марк у нас будет как тот, кто демонстрирует. Вот, грубо говоря, вот это надо сделать. Если даже он не может, то мы как это сделаем? Может, может. Он слишком сильный круг дал. Все, молодец, молодец, видел. Гриша, молодец. Первая дробь, 2, выполнил. Так, Гриша тоже. Ну, как угодно хотите. Главное, чтобы не вывернулись на ту точку, где вы сейчас находитесь. Первое это отсюда же, 180 и обратно вернуться. Пацаны, это самая основа. Основа. Понимаешь? Живыми главное, чтобы были все. Че говоришь? Игнат выиграет, наверное, да? Колесо. Так как он выполнил единственный. Четвертое задание. Да, да. Он единственный, кто выполнил. А у них ни у кого нет. Не могут ничего. Че, ты не хочешь ей помочь? Время? 16:30. Игнат, ты выиграешь колес. Да. Через 10 минут мы идем в стрит и на этом закончим. Ровнее. Ты помогать будешь? Конечно. Где твой, где ваш коллективизм? Так, у нас еще одна финалистка. Вика. 4. Дробь 2. Вика и Игнат вылетели. А, не успел. Давай еще раз, я тебе тут помогу встречу. Ноги не расставляй так сильно, скорость теряешь тоже. Ожесточенная борьба. Время идет. Их двое. Финалиста. Почему? А ты что, догоняй? Давай, Игнат! Игнат, нам надо порвать его, тебе нужно и новое. Что у тебя болтается там? Нет, надо Игнату. Игнат и так нормально. Вы болеете, Игнат и
Сейчас смотри, вот он сейчас вас догонит. Сильнее приседай. Почему это все? Игла! Как говорится, победитель найден, да? Это считается. Это считается. Вика, давай. Что, давай, все. Да, все? Поздравляю. Вик, давай чисто так, из солидарности даю тебе 5 попыток. За них делаешь, получишь тоже. Так как у тебя раз ты с ним на одном уровне стоял. У тебя 5 попыток. Два, Вик, должна выиграть. Не, ну они-то на одном уровне были, а у других один одно задание, у другой только 3. Но тебе за 5 попыток все 2 задания последние. Да. Зачем тебе новые колеса, Гриш? Мы можем купить. Да, у вас много колес. Ну, выиграть-то энтузиазм там есть больше. Мне кажется, подшипники нифига не едут, поэтому... У тебя? Можешь вылезать. Должен заехать за линию. Правила были за линию. Да. Че, Вик, сколько попыток уже было? 2? Давай, 3 попытки у тебя осталось. 4 минуты. Ну, что? Давай хэндплен. Хэндплен поставишь? Что это такое? Я буду показать. Только вон там покажи. Потому что у тебя с ним договорено, что он тебе колеса отдает? Да нет, он сказал, что не я там. Хорош. Если Вика выполнит, я ей еще один дам, другие. Это получится. Не переживай. Нет, мне не надо. Это хорошо. Нет, Игнат не должен. Нет, я за Вику болею. Че, Вик, последняя? Я за себя болею. Все, смотрим, Вика, решающая. Давай, Вика, ты. Какой ты корыстный, а? Да нет, да не все. Вик, давай, тебе надо это сделать. Давай, Вик. А то у тебя плохие колеса. Нет, Вик, у тебя есть. Мне придется в это. Кого? Этого. Марк, ты понял? Они твои колеса покушаются. Нам придется их забрать. Давай, Вик. Не, слабо. Плохо разобрал. Вот, смотри как. Бум. А, ну ладно, он трех. Пока Вики не давали до попыток, у нее получилось лучше. Ее стимул дали, а она еще не дала. А сколько времени? Время 16:38. Вот. Быстрее. Ну, такой я урод, Варя. Да, не трогай. Я не трогала. Ты уверена? Дальше. Показываем фото. Потом будете себя смотреть на ютубе. Что?
Так, у нас начались слезы. Это, ребята, вот дети, когда они не выигрывают, начинаются почему-то было, хотя и Мони меньше всего, причем нужны, кстати. Сразу. Давай с тобой рассчитаемся. Все, поздравляю тебя с тем, что ты выиграл. Спасибо. Так, и вот ты спрашиваешь, что за канал? Вот. Ой, да мне тоже. Блин, я тоже хочу. Кому канал? Ну все, ребят, поднял ребятам настроение, разыграл колесики. Так что, если вам понравился этот контент, пишите комментарий, пальцы вверх и подписывайтесь.